challenge time! И снова всем привет, и мы продолжаем Planet Crafter, но скорее всего мы сегодня его заканчиваем хотя бы на время. Потому что, собственно, вот, кислород у нас не движется, тепло не движется, давление не движется, движется только биомасса. Все остальное я, похоже, на данный момент закачал на максимум. При этом здесь у меня почему-то накопилось аж 1,7%, ну, видимо, где-нибудь процентов до 2 поднимется. И следующий этап это, видимо, уже конец. Потом сообщим, ни новых не было. И вот тут у меня еще висят разбрасыватель семян версии 3 и термоядерный энергетический элемент. Но тут что-то нереальные какие-то цифры, которые требуются. Мне кажется, их потом просто уменьшат как-то. А разблокируют, потому что единственный вот этот разбрасыватель семян, который, во-первых, очень долго ждать, это столько же считать, ну, сколько я до этого играл, конечно. Меньше будет, потому что мы уже на более мощные штуки сделали по добыванию кислорода, там тепла и давления, но все равно. А с помощью биомассы, которую я не запускал, я, в принципе, рассчитал, что как это работает. Да, оно берет то количество, сколько у тебя сейчас добывается, допустим, вот в граммах, да, там, допустим, 100. И ты берешь, запускаешь ракету, получается 1100, по-моему. Еще одну ракету, получается 2100. И вот так оно, короче, плюс 1000 прибавляется. То есть это самый такой нормальный вариант быстро увеличивать. Дальше. Я тут вывел все 7 сортов деревьев. По-моему, даже 8. Но 7 я вывел и одно нашел. Я для этого даже тут второе поставил, потому что это не очень быстро. Тут вот есть рецепты. Кора дерева, мутагены, семя шанга, допустим. Сюда это кидаешь, исследовать, и потом нажимаешь секвенсировать. Но это не быстро. Собственно. Так. Тут деревья уже отнес. Сейчас что я хочу вообще сделать? Я хочу взять кислородных капсул. Вот здесь у меня есть кислородные капсулы. В принципе, надо было их там и брать. Это будет такой НЗ у нас. Еды. Мы сейчас еды сюда положим. Так, это еще растет, я недавно кушал, да. Так, тут я практически все потратил. Потому что тут еще вот два вот этих вот пришлось. Ну, еще один ставить, а то мне не хватало на эксперименты картриджей. Сейчас я как раз закину новое. Вот так. Какие планы тогда на сегодня? Во-первых, мы пойдем, я поставил 8 разбрасывателей семян, и мы сейчас быстренько их зарядим. Давай вот эту. И пока будем бегать, оно у нас, короче, все сделается. Также начал смотреть блогеров, ютубщиков, точнее, может. Потому что блогерство нажимать летсплейщиков это как-то ну не то, если честно. То есть я себе блогером, допустим, не считаю. И в принципе они где-то до такого же состояния сейчас дошли и уже все. Но благодаря этому узнал пару мест, в которые стоит сходить. И мы скорее всего туда и сходим. Вот так. Воду брать, не брать, даже не знаю. Можно, в принципе, взять немножко воды. Но кислорода я, наверное, все-таки еще одну возьму, на всякий случай. Неизвестно, сколько мы там бегать будем. Раз, два, три. И одну выпьем. Во-первых, у меня есть
А вон там одно интересное местечко, которое я, может быть, бы сам бы с трудом бы нашел. Тут вообще непонятно, из-за того, что это ранний доступ, это всегда, ну и это индюшатина, кажется, что ну тут локация маленькая, а тут что-то очень много. Пусть она, конечно, и полупустая какая-нибудь, но все равно. Казалось, что вот последнее это то, что видно, да, и там, значит, это конец. Но хер там. Тут очень классное место, потому что тут есть пещера, где суперсплав можно выкапывать. И мне уже, по-моему, некуда даже складывать. Нет, пока еще есть куда. А, ну да, я уже домой принес максимум, что могу. В принципе, господи, вот так. По-быстрому. Вот так. Это на всякий случай, когда выйдет новая версия, может оказаться так, что все это очень нужно. Так, подожди, я все взял? Нет, не все, вот так. О, нет, там еще было лишнее. Надеюсь, чтобы проблем не возникнет, я тебя просто положу. Либо, знаешь, что, я знаю, куда я тебя положу. Так, это. Железо всякое, вот это. Магний, это. Вот, вот так у нас это будет странно выглядеть. Дышим, идем дальше. Собственно, где-то вот здесь. Во-первых, тут видите, все зазеленело красиво. Магний растет. Здесь вот упавший шаттл. Здесь я поставил карту и выяснил, что действительно я где-то в комментариях кого-то прочитал, что если ставишь, то она, ну, карта сдвигается. В принципе, так и случилось. Вот это интересно, что такое вообще? А, это домик, который я, наверное, построил. Вот тут тоже, скорее всего, да, домик. Но не точно. Так, можно тогда начинать собирать, во-первых, надо было оттуда собрать. Титан, железо, еще одно железо и еще один кремний. Железо и кремушек. Так, это титан. Нет, не взял. Нам он пока не нужен. А, я же самое интересное это не показал в этой пещере это. Глядишь, и кремний сейчас вытащим. Там, похоже, сюжет будет частично с этой пещерой начинаться. Так, смотрим кремний. Нету. Если вот пойти сюда, мы видим вот это. Нет, или... А, вот. Уж очень это похоже на двери. Есть они и есть. То есть это может быть реально какая-нибудь очередная сабнафтика, знаете. Эх, нету. Еще стероидная атака какая-то пошла. Восьми. Хера себе. Осмеевый астероид. Это что-то новенькое. Кремний. Собственно, давайте здесь исследовать.
Может, тут еще какие-нибудь пещеры будут. Ну, там что-то подозрительное. На чем откуда-нибудь сверху, наверное. Тут вроде ничего. О, вот, пожалуйста, что-то есть. Так, ну, за таким я не пойду назад. Угу. И что-то даже положили. Так, семена фасоли, это все можно скинуть. Хотя бы только движочек бы собрал. Что-то тут будет, это разбирается? Нет, нет. Еще куча всего. Я сделал все одно, чтобы покинуть планету. Мне пришлось копнуть глубже, чтобы найти ресурсы, необходимые для создания пусковой платформы. Штормы в последнее время стали реже. Мне нужно найти большой метеоритный кратер, чтобы построить на его дне платформу, чтобы защититься от ветров. Магнитные поля этой планеты совершенно сумасшедшие. Такое я вижу впервые за всю свою жизнь. В очередной раз покидаю это убежище, надеюсь, что смогу выжить. Все? Вроде да. А, вот да. А чё я спрашиваю, ты забрал-то? Надо было там и оставлять тогда. Я же здесь вряд ли смогу, наверное, построить, да? О, могу. Вот и отлично. А почему мой больше? Так, а еду... А, подожди, целит я в любом случае заберу, потому что это вещь нужная. Здесь кристаллы тоже заберу. Тоже куча всякой ереси. Смотрим, что еще есть. Здесь прям можно дом свой сделать небольшой. Красивое место такое. Доисторическое. Ну, чтобы дышать кислородом можно было, вообще замечательно было бы. Но пока, увы, никак. Кабачки, всякое и прочее. Не особо нужно. Осмия у меня тоже куча. Ткань, ну допустим. Не думаю, что она мне опять понадобится в таком каком-то большом размере. Но пусть будет. Заметил краешком. Но наступает ночь. И смотреть что-то будет очень тяжело сейчас.
Там, возможно, что-то есть, либо это, скорее всего, этот кобальт. Кобальт мне не нужен. Так, я чувствую, что сюда нам все-таки уже нежелательно ходить. Во-первых, я ресурсов тут никаких не вижу для постройки. И локация уж более такая. Мне надо было как-то более хитро, мне кажется, закрыть. О, цветочек, кстати говоря, который можно собрать. Так, так, так. Жилой и этот. Оп. Место еще есть, конечно, можно это сделать. Волнус, это какой-то местный, потому что у меня его в кармане такого не было. Ну тут тоже что-то уже совсем закрытое, поэтому, ага. Давайте доисследуем вот это место. И, наверное, возвращаемся домой. Движок. Ладно, давай. Так, где-то я еще видел цветок, пока летел. Вот, наверное, да? Ой, вкусный лут, но мне уже не нужен. Где ты был раньше, называется? Сейчас мне этот сплав... Я могу кидать хоть в расщепитель, и мне не будет... Больно от того, что я нажимаю кнопку. Пусто, пусто, пусто. Хоть, блин, под каждый камень заглядывай. Который кажется, что там что-то есть. Что ты сверкаешь вот так сильно, объясни мне. Потому что ты осмий. У меня осмия, там два сундука заполненных. Я вам потом пойду покажу, как раз как на обратный путь пойдем. Потому что там кроме осмия есть еще интересная штука, который я построил. Еще бы на карте маяки бы указывались, вообще было бы здорово. Так, а что мне тогда? Смутило. Вон там что-то как будто было, да, тут камень. Камень вряд ли бы меня смутил. А, давай возьмем. Че, зря что ли? Все равно сейчас назад идем. Больше тут вроде ничего нету. Ну че, увидел линию что ли? И что это такое? Это странно.
Да-да-да, насыщение, я помню. Еще пока живем. Так, а собственно, там где-то дальше, наверное, да, оно? Вон там? Может было пойти еще что-нибудь полезное собрать. В принципе, можно и базу тут оставить, вот это вот, чтобы не мешалось в инвентаре. Так, смотрим, что у тебя есть. Ну вот я бы забрал удобрение, только лишь из-за того, что его очень нудно делать. Удобрение, удобрение, цветочек. Можно это, можно взрывной порошок и цветочек. И тут. Да и все, в общем-то, получается. Все, тогда лечу к Осмеевой разработки и покажу, что там. И вот мы тут. Красиво. Еще красивее. И вообще охренеть. Ну да, можно было бы, кстати, сейчас вот так вот сделать. Потому что все-таки еще не два. Но уже близко. Есть еще четыре. Вот как-то так. Давайте жрем что-нибудь и покажу, что я тут намутил. Так как было через пещеру это долго, на самом деле ходить, бродить немного, я решил себе тут немножечко упростить. При этом я постоянно с этого падаю и трачу еще больше времени, нежели на то, чтобы просто. Тут надо просто не спешить. Сейчас инвентарь полный, поэтому я с собой железо не взял. Вот так можно было бы дальше строить. Такая дорожка эта самая. В небеса. Ну что, давайте смотреть, что тут. Что у нас тут за лес вырос. Я ничего не могу сделать. Что, типичный инопланетный лес. Там вон какие-то пальмы получились даже. Почти что. Я их, правда, не различаю, они что-то одинаково. Это вообще какие-то баобабы. Ой, что-то подобие на елочке, но не совсем. Красиво, красиво. Вон там колючки эти, которые я специально сделал отдельно где-нибудь. Это ж колючки все-таки или нет? Нет, это не колючки. Красиво, красиво. Ну-ка, давайте посмотрим на это. Где-нибудь здесь. Но было бы клево, конечно, жить вот так вот в лесу. Если бы такие стекла были более просвечивающие. Кстати, вот это нужно с двух сторон делать стекло, чтобы оно такое было. Но я, по-моему, про это говорил. Могу ошибаться. Так. Щит. Ладно, пока сюда выгружу.
Так, движки надо было тоже сразу вытянуть. Движки. Зелита еще нашли немножко. Так, всякого рода растения. Ой, красиво. Так, а синий кристалл. Фиолетовый сюда. Зеленый сюда. Красный сюда. Взрывной порошок сюда. И это за место льда. Льда больше на этой планете нету в таком виде, так что это, можно сказать, раритет. Так, что у нас тут пожрать? Есть, есть. Так, вода, еда есть. Все, можно выдвигаться еще в одну локацию и смотреть, что там. В теории можно было, конечно, еще 6 сундуков золотых поискать. Но что-то желания у меня, если честно, нету с этим мудиться. Да и лут нам с него не то чтобы очень нужен теперь. Ну, а тут еще куча еды, кстати. Потомкам оставлю, мало ли. Вдруг сюда кто-нибудь успеет прибежать, увидит убежище, зайдет, а у меня тут, короче, оно не работает по каким-то причинам. Кобальта, блин, куча. Тут я, по-моему, все забирал. В этой пещере же был лед, который я, кстати говоря, тупо облетел вот так вот вокруг. Или и собрал тут. О. Весь вкусный осмий, но... С другой стороны, он был закрыт дальше уже. Ой, как хорошо тут. Таких штук. Вот здесь было все закрыто. Да, это какое-то другое место. Так, сразу вижу. А, кремний. Титан. Кремний, кремний. Титан. Железо. Железо, еще одно железо. Вроде всего хватает. Так, теперь давай смотреть. Мы вышли отсюда и пошли, ну, например, сюда. А там дальше пошла пустыня. Какая-то тоже бескрайняя, похоже. То есть это тоже где-то конец карты. Сейчас вот эти скалы мы проверим. Такие скалы, в которые еще сквозь них пролетаешь. Ну, это обычная ситуация здесь. Астральные скалы. Так, между тем пора дышать. Жаль, нельзя это одним слотом каким-нибудь сделать. И вообще, это здание иметь в одной клетке уже как такой набор для сборки.
Было бы удобно. Ага, во, смотрите, что-то есть. Домики. О, куча крутого алоэ. Тоже такая же. Семена. Сообщение такое же. А зачем ты разделил их на маленькие такие отсеки? Объясни мне. Цветок. Даже в стенде что-то есть. Но почему-то здесь ничего не работает. По каким-то причинам. Куда ты поставил? Ну ладно. Хорошо, я не ждал, что моя посадочная площадка будет такой плохой, но нет никаких причин, по которым я не смогу реформировать этот большой камень. У меня достаточно знаний об этом процессе, чтобы добиться успеха. Все, что мне нужно сделать, это следовать инструкциям. Надеюсь на хорошую погоду и не слишком много метеоров. Это не может быть так сложно. Сяо Дань. Забраться. Большая база у тебя. Это оказалось труднее, чем я ожидал. Снаружи ядовитые семена не прорастут под землей. Мои расчеты говорят, что положение планеты должно быть оптимальным для терраформирования примерно через 2 года. Я просто должен дожить до этого момента. И, видимо, не дожил. Семена лирмы. Ой. Еще куда-то дальше. Куда-то ниже. Это улучшенная станция. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия — ускорить процесс терраформирования. Так, это ж было. Это все экраны кого тут отправляли, или чувак просто кукухой двинулся и себе начал это делать сообщение, чтобы не забыть? Точно. Ты послал меня сюда, чтобы умереть. Ты знал, что это невозможно. Вам все равно, все, что вас волнует, это прибыль и колонизация. Чтобы кто бы ни подумал, что это хорошая идея, пусть пойдет к черту. План никогда не заключался в прощении проклятия Sentinel Corp. Так, ладно, далеко идти. Че, тут еще цветы и зеолит. Ой, тут эти кристаллы надо брать, они прямо редкость. Споры. Тык-тык. Цветы. Можно, конечно, взять 2 микросхемы. Не знаю зачем, вдруг в дальнейшем это все-таки пригодится. Движок еще один. А хорошо, что у нас есть лишнее железо. Вроде все. Ну-ка, просканируем стены еще на наличие. Вроде нет. Я просто примерно увидел, где это место, но не смотрел, что тут. Потому что это ж интересней.
Ну все. По-видимому, все. Куча всего нашли. Нужно ли оно нам? На данном этапе нет. Давайте сделаем тут небольшой крюк. Посмотрим, может, что-то еще есть. Еще пару цветков зеолита, например. Ага, вон, вижу. Так. Как раз и вода пригодилась. Как то кресло, которое тащишь через пустыню, тащишь, потом выбросило, легко идти. Так, а что еще выкинуть? Вообще, конечно, с точки зрения логики и прибыли, корпорация вряд ли бы, наверное, закинула сюда, зная, что это вообще невозможно. Потому что на доставку человека... Ага. То есть можно было другим способом туда попасть. И не через пещеру. Так, я тут карту, по-моему, уже поставил, да? Надо посмотреть. Так, а что у нас по урану? 5 кусков. Ух. 15 кусков. Ладно, пусть будет. Я, конечно же, ловлюсь, типа, надо забрать это как-нибудь сюда, может быть, положить. Я все равно так и сделаю. Не знаю зачем. Не здесь на сохранке или вообще останутся. Ну как удобно, раз, раз. Три куска бы еще лишних. Оп, и пошли. Собственно, остается сейчас только все это дело распихать и на этом заканчивать. Что серию, что в принципе пока эту игру, до тех времен, пока не выйдет какое-то обновление. В целом, ну, достаточно забавная игруля. Такая таймкиллер. Ну, кстати, там же все красиво заросло. Красиво. Такой оазис, вот там надо цветы посадить еще и разбрасывать теле этих деревьев. И будет красиво, можно реально оазис сделать. Тоже красиво, но далеко, я думал напоследок сфоткать. Хотя, знаете что, надо было сфоткать этот. Кольцо. О, прекрасно бы на этот самый подошло бы. На превьюшку.
как это было, F2, да. И типа, ну в конце я найду. Все в принципе. Так, конечно, тоже ничего. Ну там цветущая арка, красиво прям, так что. Не знаю, еще подумаю, может быть деревья, блин, сфоткать. Достаточно красиво, цветущий теперь все. Разбрасыватель деревьев бы как-нибудь покрасить под цвет, чтобы он красился под цвет того дерева, которое он раскидывает. Так, микрочипы мне уже тоже некуда тут складывать за место льда. Кину пока сюда. Так же, как и ткать. Так, зеолиты. Грибы. А тут некуда. И тут некуда. А, вот у меня есть отдельные. Цветы. Тоже уже некуда. Пока сюда положу. Куча движков. Куча кристаллов. Можно еще один реактор построить. И осталось только движки отнести. Ох, красота. Куча движков. Сейчас еще наверх добраться, посмотреть. А, над деревьями зато можно летать. Давай, давай, залезь. Залезь. Ты сможешь. Сам напросился. Тоже красиво, в принципе. Наверное, даже лучше. Но на этом все. Ждем обновлений. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.